Итак, здравствуйте, это я. Ты человек, который делает какие-то рэпы, в каком году? Поскольку сейчас я особо переводов нет, потому что на учебе меня мал, но я таки попробую что-нибудь выпустить в выходных. Я хочу просто поиграть в что-нибудь. Я не буду делать вот такие прохождения слишком часто. Или я не буду их вообще больше делать. Посмотрим, как пойдет. Но если вам не нравится мой голос, выключайте. И да, хоть я и сам ненавижу вот такие вот прохождения, когда какой-то дебил вечно что-то там бормочет, а ты просто хочешь насладиться игрой, я и решил это сделать, потому что а, мне скучно, б, ну, переводов у меня все равно пока нет. И я решил сделать что-то свое. Итак, это игра «Обама. Обитель зла». Да, есть серия игр про Обаму. Игры эти наполнены сатирой и юмором, потому что такой концепт невозможно воспринимать серьезно. Это серия квестов. Не таких простых, как кажется. Ну что ж, давайте начнем и извините за очень долгое вступление. Время вернуться в Белый дом. Привет, Обама. Быть не может. Кто ты? Я Альберт Вестер, лидер корпорации Абрема. Тот, кто проводит Верно. Так, у меня твоя семья. Приходи, чтобы спасти их в Ракун-Сити. Ты врешь. Моя семья под мощной охраной. Охраной? Возможно, ты захочешь увидеть вот это. Ты их узнаешь? Думаю, да. Приходи в Ракун-Сити, если хочешь, чтобы они остались людьми. И не испытывай терпения моих созданий. Я пойду в этот Ракун-Сити и надру Вестеру задницу. Итак, здесь начинается сама игра. И, как я уже говорил, это квест. Что вам нужно сделать, это взять парашют, если хотите. Он не пригодится вообще. Я не знаю, какой смысл в квесте иметь предметы, которые вообще не нужны. Но что вам нужно, это взять из этого забора палку. Палка должна быть очень в специфичном месте. Итак, следующий экран — это небольшая головоломка, где вы должны идти вот по этому пути, чтобы вас не слопали зомби. Нужно идти снизу вверх. Вот так. И вот. Все. Мы прошли через этот экран, это одна из самых раздражающих элементов игры. Итак, что вам нужно сделать, это взять вот эту пулю вон у того дерева. Она очень маленькая, поэтому заметить ее очень трудно, но они, но пули вам нужны. Буду дальше по ходу игры. Давайте пройдем на экран в бок, поговорим с этим странным зомби. Добрый вечер, мистер зомби. Привет, незнакомец. Ты напоминаешь мне знаменитого рок-певца Мэрилина Мэнсона. Я и есть Мэрилин Мэнсон. Что ты делаешь в Ракун-Сити? Я проверяю свой новый грим. Лучший способ протестировать зомби-грим — это замаскироваться под одного из них. Это один из гримов, которые я использую на своих шоу. Что ж, умно.
Могу ли я одолжить у тебя денег? Конечно, я принес в Ракун-Сити 500 баксов. Но здесь нет ни одного магазина. Спасибо, бро. Я обещаю, я куплю один из твоих дисков. Я тебе не верю, но все равно увидимся. Пока. Итак, Мэрилин Мэнсон дает вам деньги. Почему-то неизвестно почему. Ну что ж, вы должны взять у этой разбитой машины ключик и вот эту пилу, которая на миллипиксель торчит из нее. И пойти вот сюда. Вот за этот угол. Взять этот щит, который вы считаете просто частью декорации. Это очень важный предмет. Без него вы с боссом вообще не справитесь. Нужно поговорить с мусоркой. Эй, кто-нибудь здесь? Не кричи, незнакомец. Чтобы выжить, я должен сидеть тихо. Что тебе нужно? У вас же есть какие-нибудь предметы, да? У меня они есть, но я военный, и мне нужны деньги. Просто так я их не отдам. Но я хотел, чтобы вы помогли спасти мою. Деньги или ничего? Пока. Он только его только и волнует, что деньги. Ну, вообще зомби-апокалипсис, зачем ему деньги, я не знаю. Но все равно. Эй, военный, у меня есть деньги. Кто-то сказал деньги? Да. Сколько у тебя? 500 баксов. 500 баксов, ну пойдет, я могу тебе кое-что дать. Хотя я ничего и не гарантирую. Окей, понял, спасибо. Почти забыл. Мне кое-что... Мне нужно немного воды. Я хочу пить, и я не могу найти ни... Я не могу найти воды в Ракун-Сити. И это все. Хорошо, пока. Итак, он дал нам пулю для Магнума. Водный пистолет. Таблетку какую-то. Робота-собаку женского пола, я не знаю зачем. Пульт управления. Динамит. И две пули. У нас также и щит. Пила, ключ. И палка. Это все, что вам нужно. Теперь мы можем заходить в дом. Итак, нужно посмотреть в окно. Иначе у вас есть зомби. Затем нужно использовать палку на зомби и разнести ему голову. Ха-ха, беги домой. Итак, теперь нужно отпилить ему руку и взять у него пистолет. Это необходимо сделать. А также нужно взять вот эту зажигалку. И да, я предыдущую реплику неправильно перевел. Хомран, он имел в виду грабеж. Нападение на дом. Извините, я не очень хорош в синхронном переводе. Итак, нужно на лифте использовать руку зомби. И он открыт. Но проблема в том, что там сидит одна сикарашка, которую вы должны выманить. А сделать это можно, включив зажигалку. Зажевший динамит. Я думаю, это решит проблему. Как вы можете об этом догадаться? Тут никакого индикатора нет, что тут что-то лежит. Ну что ж. Итак, я забыл зарядить пистолет.
Это лучше всегда делать заранее, иначе вам конец. Это мне просто сейчас повезло. Освещение вернулось. Наверное, зомби хотели на меня напасть. Итак. Итак, испанский. Я понимаю, что эти игры делаются изначально на испанском, но такие косяки нужно проверять. Итак, одно предостережение. Вы должны зарядить пистолет до того, как вы зайдете в лифт. Мне просто очень сильно повезло. Итак, используем руку зомби. Доктор Теллер. Заперто. И нам нужен ключ, чтобы открыть эту дверь. Итак, мы открыли дверь, теперь мы должны взять воды. И вот эту едва проглядывающее зеленое лекарство. Потому что в квестах всегда так. Какая-нибудь непонятная фигня, которая половины пикселя видна для игрока, очень важна. От этого страдают многие квесты. Люди не понимают, что это не сделает квесты интереснее, это сделает квесты просто больше. Особенно в квестах, где вы можете умереть. Итак, теперь вы должны вернуться к военному и отдать ему эту воду. Мистер военный, это опять я, и я вам кое-что принес. Отличный незнакомец. Я смогу утолить свою жажду и дать тебе предметы, как я и сказал. Используй их с умом. Хорошо. Итак, у вас куча предметов, и теперь вы готовы к финальной битве. Итак, вы поднимаетесь, идете тем же путем. Используем руку зомби. Теперь, вот видите эту штуку? Она убьет вас. Вам нужно от нее избавиться. Как это сделать? Взять гранату. И кинуть ее сюда. И кинуть. Опять же, если вы кинете не так, то просто взорветесь. Нужно быть точным. Видите? Вас просто разорвет. Черт, я совсем забыл про эту ловушку. Итак, в этой комнате вас может разорвать вот эта собака. Что вам нужно делать? Это поставить пуделя. Использовать пульт управления. И управлять пуделем. И заманить эту штуку в клетку. Я не знаю, зачем тут клетка. Отлично. Кажется, кого-то застопорили. А в следующей комнате у нас опасность, и к ней нужно подготовиться. Итак, что нам нужно? Нам нужно, во-первых, зарядить рогатку вот этой таблеткой. Во-вторых, нам нужно зарядить этот пистолет. И все.
И мы можем идти в следующую комнату. Но меня нашпинговали пулями, я не успел. Ну что ж. Еще разок. Прицелиться ему прямо в голову. Вот так. Он больше как маленький злодей. Итак. Оружие. Я не могу их использовать. А ведь жаль. Здорово было. Как вы видите, нужно быть очень точным. Очень. Когда я говорю очень, имеется в виду очень точным. И все. Этот трюк я видел в первых челюстях. Ну хорошо. Теперь идем к последнему экрану. И то, что нужно сделать, зарядить водяной пистолет. И это все. Мы наконец-то встретились, доктор Вестер. Я не знал, что ты дойдешь так далеко, Обама. Надеюсь, мы наконец-то встретимся. Но сначала позволь мне представить силу своего вируса. Давай посмотрим, если ты сможешь победить улучшенную версию Альберта Уэстера. Так, вот и все. И он превратился в осьминога. Я думал, что это зеленая жидкость ничего не делается, а это оказался антидот, хотя у него есть побочные эффекты. Давай просто пойдем. Это может быть опасно. Улучшенный доктор Вестер. Ну что ж, странный побочный эффект. Но все же. Босс не очень сложный. Точнее, он совсем не сложный. Но додуматься, как дойти до него, довольно трудновато. Только методом проб и ошибок. Итак, мы всех спасли, и это здорово. Семья, я уничтожил Вестера, и теперь он безвредный осьминог. Пора отправляться домой. Спасибо за то, что помог мне в этом приключении. Ты супер. Это реклама игр на этом сайте. Встретимся в следующий раз. Обама думает, что он меня уничтожил. Но он только не знает, что это мутация, часть плана. Сативероника. Моя психика... Ой. Мои ментальные способности стали безграничны. Итак. Вот и все. Вот мы и прошли эту игру, и если вам понравилось, хотя я думаю, что вряд ли, то я буду делать это дальше. Если это никому не понравилось, то я не буду этого делать. И вот и все. Мой небольшой выпуск закончен. До свидания.